Добрый день, с вами Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Corolla 15 года выпуска. Двигатель располагается в нем 1,6 литра, 122 лошадиные силы. Передний привод АКПП. Перейдем к салону. Салон у нас тканевый, чистый, не прокуренный, в очень хорошем состоянии. 4 посадочных места. Здесь у нас имеется аудиосистема. Также имеется полноценный климат-контроль. Система ABS, вспомогательная система торможения, помощь старт-горку, антибукс. Полный электропакет автомобиля. Пробег данного авто 140 тысяч.